Приветики, мальчики, в этом видео мы посмотрим трейлер нового экшн-фильма под названием «Свэп». Это новый вампирский фильм, который рассказывает про молодую пару, которая попадает в лапы кровожадного 500-летнего вампира. В итоге экзотический незнакомец пытается убедить их поменяться партнерами и присоединиться к его виду. Как по мне, фильм обещает быть напряженным, а трейлер вроде как выглядит достаточно многообещающе. Давайте его посмотрим. Дред представляет. Я не хочу, чтобы нам было скучно. Может, пригласим кого-то третьего? Не знаю, я такое не люблю. Если ты кого-то любишь, ничто и никто вас не разлучит. Кто тут здесь? Давайте устроим вечеринку. Это мое поместье. Добро пожаловать. Все, что принадлежит мне, будет принадлежать и вам. Девочка, ты не создана для однообразия. Давай присоединимся к ним. Это правда случится? Да, это плохое влияние. Это просто секс. В первый день я чувствовал себя словно вулкан. Внутри меня все кипело, и я не могла больше терпеть. А теперь мне все мало и мало. Вампиры? Почему, если тебя кусают за шею, то их сразу называют вампирами? Это такой стереотип. Души меня сильнее. Мы редкий вид. Неужели я вам нравлюсь? Перед тобой две прекрасные женщины. Что ты будешь делать? Ты мог бы жить вечно. Это только начало. Свап. Конечно, трейлеры часто бывают обманчивы, поэтому трудно судить о фильме только по трейлеру. Но мне показалось, что фильм этот действительно интригующий и многообещающий. Возможно, будет не таким плохим, как кажется на первый взгляд. А на первый взгляд мне показалось, что это какой-то дешевый вампирский фильм. Но вот эта музыка и актерская игра все-таки как-то вырулили на нужный лад атмосферы, и в принципе мне трейлер понравился. Возможно, окажется хорошим вампирским фильмом. Посмотрим, что получится в итоге. Готовится он к выходу вроде как 19 ноября, то есть совсем скоро. Это был Антивирус. Спасибо тебе за просмотр. Подписывайтесь на канал за новыми видео. Пока-пока и дергайте меня за бока.